Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад у Аленушки. Друзья, сегодня хочу вам показать всходы моей рассады цветов невьяника махровой ромашки. Всходы появились на пятый день, и мы можем наблюдать. Два стаканчика я производила посев. Семена я заглубляла где-то на 2 мм. Осуществляла посев 11 января. Сегодня у нас 17 января, но первый росточек появился на пятый день. Сегодня прошло примерно где-то около 6 дней, если по времени считать. И пятый-шестой день, и я увидела всходы моей ромашки, друзья. Для посева я брала вот такие стаканчики с дренажным отверстием, делала ножницами, и в покупной грунт с добавлением перлита я осуществляла посев, друзья. Температуру я поддерживала на уровне где-то 20-22 градуса. Сеянцы у меня были под подсветкой, друзья. По мере высыхания я почву увлажняла, проветривала, конечно, у меня находятся они вот под такой пленочкой, под таким пакетиком. Если сильно собирался конденсат, я проветривала, наблюдала влажность почвы, чтобы она у меня не сильно была не пересушена и не переувлажнена. Дальнейшее выращивание, когда уже полностью взойдут у меня сеянцы, я буду наблюдать, что, потому что в некоторых, вот здесь, допустим, 4 мы наблюдаем, вот один только появляется. Я думаю, что еще будут росточки, еще появятся всходы. И здесь также вот 2 росточка я наблюдаю, и вот один только появляется. Поэтому, я думаю, еще всходы будут, это 100%, чтобы дальнейшее правильно содержать свою рассаду. Я не буду пока снимать пленочку. Пакетик пока будет у меня. Тепличка также будет на моих стаканчиках. Температура будет пока такая же. Только когда полностью я буду видеть, что у меня взошла вся рассада невьяника, тогда я уменьшу температуру до 17-20 градусов. То есть, как я это сделаю? Я просто подниму на полочку повыше от отопительного сезона, друзья. То есть система, извиняюсь. И тем самым температура у меня будет понижена. Ну вот все, друзья, что я вам хотела показать в своем коротком сегодняшнем видео, что семена ромашки махровой мне взошли. В прошлом году я сеяла на рассаду ромашку малиновая смесь. Семена мне тоже в прошлом году хорошо взошли, но я поздно осуществляла посевы, поэтому цветений в прошлом году не было. То есть рассаду я высадила. Почему я в этом году рассаду невьяника осуществляла посев пораньше? Тем самым я хочу добиться цветения этого года. Так как на моем, можно сказать, небольшом опыте, в прошлом году я очень поздно посадила рассаду ромашки и буду только ждать в этом году малиновых вот этих, малиновая смесь. Посмотрим, как она будет у меня в этом году цвести, как она перезимует, так как рассада была молодая, еще не такая уже хорошо развита. Но я думаю, ромашка, она более устойчивая к заморозкам. Я думаю, должна пережить зиму, и тогда посмотрим. А в этом году вот такие малиновые, ой, извиняюсь, белая ромашка, махровая, вот такие будут пока всходы на данном этапе. Будем смотреть и наблюдать, как будут развиваться они у меня, как я буду пикировать, и в каком уже объеме, в каком уже, в массе, в какой зеленый я буду высаживать. Вы увидите это на моем канале. Если подпишетесь на мой канал, кликайте под видео на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. Если мои видео вам нравятся, не забудьте поставить пальчик вверх. Вот и все, друзья. Вам хорошего настроения, хороших всходов. Осуществляйте посев цветочку вместе со мной, и будем наслаждаться нашими садовыми цветниками уже летом, друзья. Ну вот и все. Пока-пока. До новых встреч.